апреля 8-го. Бесценная моя Варвара Алексеевна, вчера я был счастлив, чрезмерно счастлив, да нельзя счастлив. Вечером часов 8 просыпаюсь. Вы знаете, маточка, что я часов другой люблю поспать после должности. Печку достал, чиню перо, приготовляю бумаги. Вдруг невзначай подымаю глаза, право у меня сердце так и запрыгало. Так битыки поняли, чего сердчишку моему хотел. Вижу уголочек занавески у окна. Закутый прицеплен горшочку с бальзаминчиком. Тут же показалось мне, что и личико ваше мелькнуло у окна, и в воображении моем так и засветлела ваша улыбочка, ангельчик. Какова наша придумочка насчет занавесочки вашей, Варенька? Опустите занавеску, значит, прощайте, Макар Алексеевич, спать пора. Поднимите, значит, с добрым утром, Макар Алексеевич, какого-то вы спали. А вот куда это вы утром ходили сегодня, Варвара Алексеевна? Каташка весенняя, порхнули из комнаты и по двору прошлись, такая веселенькая. Ах, Варенька, вы не грустите, слезами горю помочь нельзя. Прощайте, мой ангельчик, целую ваши пальчики и прибываю вашим нижайшим слугой и вернейшим другом, Макаром девушкиным. П.С. Я вам присем, Варенька, посылаю пути-конфект. Как вы скушаете их на здоровье? Апреля 8-го. Милостивый государь Макар Алексеевич, знаете ли, что придется наконец совсем поссориться с вами? Сколько раз я вам говорила, не нужно совершенно ничего, что я не в силах вам воздать. И за те благодеяния, которыми вы доселе осыпали меня, богатый.
Апреля 8-го. Милостивая государыня Варвара Алексеевна. Что это вы ищете, родная моя? Как же я вам приду, что люди-то скажут? Ведь вот через двор перейти нужно будет. Наши заметят, расспрашивать станут, долги пойдут. Сплетни. Нет, ангельчик мой, я уж вас лучше завтра у всенашной увижу. Прощайте, Варвара Алексеевна, храни вас Господь. Апреля 9-го.
апреля 12-го. Ах, маточка моя, вот каждый-то раз вы так меня пугаете. Пишу вам в каждом письме, чтобы вы и береглись, чтобы вы и путались, чтоб не выходили в дурную погоду. А вы, голубчик мой, меня и не слушаетесь, словно вы дитя какое-нибудь. Вы, как соломинка слабенькая, чуть ветерочек какой, так уж вы и хвораете, так остерегаться нужно. Я за вас, родная моя, все сердце изныло. Я знаю, что у вас теплого солопа нет. Уж эти мне петербургские весны, такое благорастворение воздухов, что убереги меня, Господи. Голубчик мой, Варвара Алексеевна, я кое-что вам расскажу, родная моя. Раз меня хотели к получению креста представить, так что ж, нашлись на это злые люди. А все
от того, что я смирненький, от того, что я тихонький, от того, что я добренький. Началось тем, что, дескать, вы, Макар Алексеевич, того до сего. А потом стало, что, дескать, у Макара Алексеевича и не спрашивайте. А теперь заключили тем, что уж, конечно, это Макар Алексеевич. Только и умели сделать, что пословицу пили Макара Алексеевича в целом ведомстве нашем. Я ведь и сам знаю, что я немного делаю тем, что переписываю, да все-таки я этим горжусь. Я работаю, я подгоняю. Ну что в самом деле такого, что переписываю? Он, дескать, переписывает. Однако же, если бы все сочинять стали, то кто же бы стал коли сводство на три. Да крыса-то это нужна, да крыса-то пользу приносит, да за крысу-то эту держится, да крысе-то этой награждение выходит. Вот она крыса. Прощайте же, Варенька, ваш сердечный доброжелатель Макар Девушкин. Июня 27-го. Милостивый государь Макар Алексеевич, если я захочу, то некоторые люди примут участие в моем положении и поплачут мне очень хорошие места в один дом гувернантки. Конечно, я вам тогда в незнакомый дом. Станут обо мне узнавать, начнут расспрашивать, любопытствовать. Ну что я скажу тогда тому же на выезд? Да еще Бог знает, какая должность будет. Может быть, просто нянчить детей заставят. Два года.
июля первого. Блажь, маленька, просто блажь. Да чего же вам не достает у нас, маточка? Вас любят, вы нас любите. Ведь вы, наверное, не знаете еще, что такое чужой человек. Нет, вы меня извольте порасспросить. Золушка, золушка, сердечко твоего не достанет. Так он истерзает его укором, попреком да взглядом дурным. Я привык вам, родная моя. А то, что из этого будет, пойду к тебе, да и дело с концом. Станционного смотрителя здесь в вашей книжке прочел. Случается же так, что живешь, а не знаешь, что под боком у тебя там книжка есть, где вся жизнь твоя как по пальцам разложена, словно сам написал. Вот оно что, маточка, ваш искренний друг Макар. Девушки, сентября третьего. Oh!
Осталось теперь, как дитя, увлекаясь воспоминаниями. Знаете, у меня убеждение, что я умру, ничего. Сентября 5-го. Теперь я вам примерно иносказательно буду говорить. Случается мне рано на службу спеша заглядеться на город, как он пробуждается. Встает, дымится, кипит, гремит, разглядите-ка, что в этих черных закоптелых больших капитальных домах делается. И тогда сами рассудите, справедливо ли было бестолку себя сортировать и в недостойное смущение входить. Которая по нужде за квартиру считается. Мастеровой от сна пробудился, а во сне ему примерно говоря: «Снос собаки снис!» Как будто именно такая дрянь и должна человеку сниться. Да ведь он сапожник, ему простительно в самом одном предмете своем думать. У него
дети пищат, и жена голодная. И не одни сапожники встают иногда так. В этом же доме, в оснащенных палатах, все те же собаки, может быть, ночью снились. На другой манер собаки, на сон другого, но все-таки собаки, ибо в смысле ты здесь мною подразумеваемым. Немного сапожники. Только нет человека подле этого лица, который бы шепнул ему на ухо. Полно о себе, об одном думать, для себя одного жить. Ты не сапожник, у тебя дети здоровы, и жена есть и просит. Оглянись кругом, не увидишь ли для забот своих предметов более благородного, чем свои собаки. Что хотел я сказать вам иносказательно, и потому нечего было грош себя оценять, испугавшись одного шума. Сентября 23-го. Дорогой друг мой, 3-го дня был у меня выпад. Я испугалась и не могла тронуться с места. Он долго и пристально смотрел на меня, наконец взял меня за руку и Thank you.
Маточка, Маринка, бесценная моя, вазу, вазу. Да теперь лучше б они из груди моей сердце вырвали, чем вас у меня. На такую меру решиться могли. Верить в основ гроб свету, верить ты, как перышко, слабенькая. Я так и был, чего я старый проглазел. Колеса брошусь, маточка, я вас не пущу уезжать. Я за каретой вашей побегу, пока не стук из меня выйдет. Кому же я письма буду писать, маточка? Кого же я маточкой называть буду? Я вас как дочку родную любил и сам для вас только и жил. Как же это может быть, чтобы вы от нас уехали, родная моя? Ведь вам ехать нельзя, решительно никакой возможности нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.